Все, демонстрируем возможности конструктора без дополнительного программного обеспечения. Сейчас мы соберем первую простейшую схему, в которой мы кнопку подсоединим к светодиоду. И если мы сейчас подсоединяем к USB, то светодиод зажжется. Но если мы нажимаем на кнопочку, светодиод тухнет. Вот такая простенькая схема. Следующая схема. Отключаем конструктор. На этом конструкторе есть датчик звука. И мы его тоже подсоединим теперь. Sound sensor. Мы его подсоединяем к светодиоду, ну, допустим, зелененькому. Значит, если мы включим теперь конструктор и попробуем издавать звук возле этого микрофончика, лампочка будет мигать. Чем громче звук, тем громче мигает светодиод. То же самое можно сделать не только со светодиодом, но и с вентилятором. Подключили вентилятор. Включаем конструктор. Вот такие любопытные возможности с датчиками. Есть очень интересная возможность. На этом конструкторе имеется RGB светодиод. Если его подключить и потенциометры, или переменное сопротивление. Подключим их следующим образом. Красный к красному выходу, зеленый к зеленому, синий к синему. Проверяем, что у нас работает красный свет. Работает. Проверяем, что зеленый работает. Работает. Проверяем, что работает синий. Все работает. Но самое интересное, что теперь мы можем делать смешение цветов. Например, красный и зеленый дадут нам желтый. Можно менять эти цвета. Красный и синий нам дадут цвет магента. И синий и зеленый дают бирюзовый цвет. Ну и дальше можно играть, выбирать цвета, которые вы хотите, меняя интенсивность каждого цвета. Также на этом конструкторе есть датчик, который отвечает за движение. Датчик движения, причем он инфракрасный, и реагирует он на движение только теплого тела. Вот такая простая схема. PIR датчик вот здесь находится. И если мы сейчас подключим питание, он сначала заставит загореться светодиод. А теперь, если подвинуть теплое что-то здесь, он сработает и будет гореть примерно 1 секунду. Но если вы будете двигать здесь холодный предмет, так, эта бумажечка у нас нагрелась, подносим простую бумажку, ничего не происходит. Вот. Так, отключаем питание. Этот же фокус можно делать и с вентилятором, потому что PIR-датчик при регистрации движения реагирует на, ну, в течение секунды примерно подает питание. Отключаем питание. Он сначала работает, а теперь вентилятор у нас будет срабатывать, если происходит движение возле этого датчика. Вот такой конструктор. Также здесь есть фоторезистор. Будет лампочка зажигаться.
Включаем питание. Но вряд ли она будет тухнуть. Вот, когда мы прикрыли фоторезистор, яркость свечения светодиода меняется. Можно также подсоединить к зуммеру нашу схему и послушать звук. Также в этом конструкторе имеется динамик и сервопривод и шаговый двигатель. Все это позволяет делать очень интересные эксперименты. Есть датчик температуры.